Детская площадка – сердце двора. Здесь собираются малыши и взрослые, чтобы провести время на свежем воздухе. В Химках появилась новая игровая площадка для детей и подростков. Разнообразие приятно удивляет. Есть качели, карусель, качалка-балансир и даже брусья для занятий спортом. Такой развлекательный комплекс построили во дворе дома по улице Родионова, 7. Вместе с представителями общественности жители дома приняли работы. Жители, естественно, высказывают свои пожелания, но в целом все красиво, все удовлетворяет, все нравится. Сделано все качественно. Перед этим здесь была, скажем так, имитация детской площадки. Здесь просто были кубы, они уже развалились, они сгнили деревянные. Конечно, жители очень много просили сделать именно площадку. Проект и расположение элементов площадки согласовали жители. Именно по их инициативе провели необходимые работы. Как отметила Оксана Жиляева, площадку сделали быстро, за несколько месяцев. Недостаточно было разнообразия, для детей не было горок, песочниц нам очень не хватало. Мы свои потребности озвучили, для нас заменили площадку, поставили несколько горок. Сделано все аккуратно, хорошо. Всего специалисты объединенного городского хозяйства преобразили более 200 квадратных метров территории. Помимо игрового оборудования установили новое освещение, скамейки и урны. За 10 лет в Химках благоустроили более 400 дворов. При поддержке главы округа в каждом обновили или построили новые детские площадки. В основе всех проектов по благоустройству лежит главный принцип, озвученный губернатором: «Житель всегда прав». Елена Тараненко, новости Химки ТВ.